Ай, машалла. Тағы бір құмдаған. Байтал, дөнежді байтал. Карашта жүрген байтал ғой. Мә, жананы құмдады ғой. Молодец, кумбапсын. Вообще кеп кішіндей екен ғой. Йо, друзья, еще одно пополнение по воле Аллаха. Только-только, видимо, жеребил сегодня, ведь молча, что ли, еле ходит. Вообще еле ходит. Эй, ты че? Булай. Какой шейди, но надо дергать, мое. Альхамдулилля. Так, карась, хайда, карась. Карас! Эй, Ярас! Трундрай. Мау получается, сумкарм нашу шикулу ногой. Ой-ой-ой-ой, машала. Азир-жир, азир-жир. А, держи. Получается, сумкарский третий же ребенок уже. Еще должна жеребиться тут несколько байталок. Вот это вот ходит рыжая. Вот это вот рыжая. Красная. Что сделает?
Нападет, не нападет? Ага, нормально сяхты вы. Что-то на аз сяхты вы тайлар, а? Вот так вот, друзья. На первого нападал. Обычно Наллах, когда загоняет в этот кобылку, вот так кобыла жеребится где-нибудь в стороне. Потом ты ее подгоняешь, он прибегает, начинает загонять ее в котяк себе. Когда загоняет, короче, она начинает отбиваться, боится за жеребенка. В этот момент жеребец психует и нападает, короче. На жеребенка нападает, пинает. На кобылу, короче, нападает, чтобы этот загнать. Они тормозят. Потом начинается такая возня, короче. Так, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ля-ля-ля. Как будто не хватает, а? Та-та-там. Как-то так, короче. Красный рыбрагежир. По-моему, тугель сяхт. Болигиндер бар. Кашкандар бар. Батонда төртөө жүр. Аракы экөө жүр. Мына күйөлөр жүр, мына карасы. Куйругун көтөрүп жүр. Зеленка энди-энди чыгып атыр гой. Шөп. Ай, машала, машала. Трат, трат, кутырм, батыр. Ай, бе. Уж, субхан, вот это. Гыт. Тур. Мына бие кеше кулындаган гой. Кеше кулындаган. Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем. Ой, субхана, какой ты слабый, а. Ш, ты... Качи, гад, кутрулом, подай татар.
Ай, ё-моё, а! Чат погон, гой. Залежался. Ты ведьма, а? Ах ты ведьма! Давай, давай, давай. Ох, еркек. Блин. Жатпаған ғой. Ай, субханалла. Нан вообще бен үйгі айдау керек күшті болатын еді негізі. Үйгі айдап. Ах, иго айду алстау. Итак, друзья, вот утро. 6 часов вылетел. Эта кобыла жеребилась вчера ночью. Получается, такой слабый был он. Приехал вечером. Лежит около воды прям. Можно сказать, практически на воде лежал. Поднял. С носа кровь шла у него. А я был на машине с отцом. И, блин, не знал, что делать с ней. Так и оставил. Так и оставил ее здесь. Потом был бы на мотоцикле, было бы проще, может быть, что-нибудь замутил бы. Но уже поздно было на мотоцикле обратно возвращаться. Оставил. Сделал дуа Всевышнему, чтобы было все хорошо. И уехал. Получается. Приехал утром, лежит вот здесь в яме. Вот на раз учила. Задница лег. Вот сюда вот. И встать не мог. Один Всевышний, знаю, сколько он здесь пролежал. Видать, долго лежал, еле ходит. Ну сейчас молоко попьет. Надеюсь, будет лучше. Сменил на стар. Кишки ракесем. Кулын. Суда жатқан ғой. Қатып қалды кішіне, қатайып. Мұрны қанаға батқан сында, қасында. Ана ворын дей ма? Сарокалар ма? Ұшып жүрген. Мүмкін сол ашқар. Аузына қан ағып жүрген. Мұрнынан қан аққан. Көтеріп алдым ба, бері жере салдым. Мәшіне мен болғанмын ғой, әкем екеуміз. Түкістемей қалдық біткен, кешке қарай. Дұға тіледім балақтан, бәрі жақсы болсын деп. Енді тәрден кесем, үміттен бәр жақсы болсын деп. Жат қалтында әнінге, арт жағымен. Айтышты бен, бүкіл далада жататын де тапқан екен үшінде бар ғой. Көрт мен үнін үшін жатып алып та тұрмай қалды. Және өзерін көріндер. Кәз кішіне арғырай дейін. Тамақ шығасың көрдір. Енесін емсін. Егі әкеткен жақсы болып тетін негізі бар бай, ана-ана.
кетті ембектеп ақырын-ақырын. Кәшкен арғыр айдап тайын, жалғыз жерсін деп кішкене. Әтпесе мау айқылар маза бермейді, әр бер қуалап оны. Налар, нешті шығарды қытайлар? Бар ғой. Названиен қарындыш. Название Құран деген. Нешті түрлі аттар қойды бар ғой. Құран дейді название. Қайттан сұқалтын үнге тұрамай тұр. Кәппес бала жан. Аяғыма суық тезі олдым. Сіндерге сонда резке дүйені сесім қақсап атыр аяғым. Походу просудил своему ногу. Енді резке движение мне, короче, прям спазм. Нога болеть начинает. Слабый же ребенок. Надо домой забирать. Как забрать теперь, это интересно. Надо что-то придумать.
домой поедешь, чела. Какого? Здесь тащи же ребенка. На заднее сиденье, под ноги, на ноги возьмешь его. А он подними на ноги, постанет, не станет он. На ноги поставь его. Слабо, да, вообще? И надо, чтобы он покушал. Лишь бы покушал. Покушает, будет крепче будет. А сиська не может найти. Типок, блин. Топать трудим фигня. Придется помогать сейчас ему сиську показать. Где сиська находится, блин. Сункар, сен балан ғой, сункар. Все, в бой пошли профессионалы, короче. Это полный шхара и жасат. Сатма? Кішкентай ставил мәжет. Емшекте жоқ қоны же вообще. Кіп кішкентай вообще. Короче, сиськи у него вообще маленькие вообще там. Пипетки, ё-моё. Бывает, кобылы прям соски хорошие там, прям висячие. А эти прям такие маленькие-маленькие. Не может их нащупать, короче. Сейчас надо раз-два и потом попробовать научиться, иншалла. Сол, короче. Ему отрыма? Емшектер вообще кішкентай емшектер.